Ой, я хочу одеть кепочку, я не нравлюсь себе так. Всем привет, друзья! Без в общем, я не нравлюсь себе, идем сюда. Так, ну что? Всем привет, друзья! Сегодня приезжает моя мама, и Карина с ней впервые увидится и познакомится. Мы уже вместе практически год, и Карина вообще даже не общалась, по-моему, да? Ну, ВКонтакте общались они. Но это было вообще... Ну, не по скайпу, там по какому-то вы не общались, короче. Мы уже с Кариной год вместе, вот купили маме цветочки. Карина их понесет, задарит. Вот, да, еще? Купили, да, и у мамы недавно был день рождения, буквально пару дней назад. И у мамы никогда не было телефона хорошего, дорогого. Я решил купить ей iPhone. Посмотрим на реакцию, как мама его распакует, что она скажет. Карина, ты как думаешь, она поймет? Ну, мама у меня не сильно старая там, да, чтобы очень, но... Ну, я думаю, она увидит форму вот этого подарка, она сразу поймет. Нет, понятно, что это телефон, да, что-то это iPhone, она поймет. Я имею в виду, она поймет, но iPhone же, это же круто, типа, вот, может, она... Я думаю, что поймет, потому что сейчас iPhone везде. Ладно, посмотрим, поехали в аэропорт. Карина хочет с вами поделиться эмоциями своими перед знакомством с родителями, так сказать. В общем, эмоции у меня прям... Хватит поправлять себя. И микрофон не закрывай. В общем, капец, мне очень страшно. Меня прям потрясывает всю ночь. Я спала очень плохо, потому что у меня в мыслях вообще там... Я представляла, мне снилась квартира наша, где мы живем. Мне снилось, как мама там к шкафу подходит, как я тебе говорю. То есть, ну, блин, не знаю, это мое первое знакомство с мамой и вообще, в принципе, с каким-то вот таким человеком, то есть это человек... Первое знакомство с мамой парня. С мамой парня, да, в жизни, я думаю, оно будет первое и последнее. Никаких мам мне больше не надо, я эту встречу не знаю, как перенесу, поэтому вот. Но я очень-очень ждала маму, Андрей знает, да, то есть каждый день, мне Андрей вообще сказал сначала, то, что мама прилетает завтра, это было 3 дня назад. Я там чуть с ума не зашла, потому что все еще до конца не сделала. Столько уборки я в квартире не видела еще. Да, я своей маме тоже же позвонила, говорю, мама, блин, у меня там мама приезжает. Мама тебе дала какие-нибудь советы? Да, мама сказала, говорит, смотри, там ничего не натвори, делов никаких, чтобы все было чисто, идеально, чтобы там ты могла пройти пальчиком, вот так там пыли не было. Вот, сказала, все свои рваные джинсы убери далеко в шкаф, будь скромный, но я этого не умею. Иди. Здрасте. Здрасте. Это Карина. А мы тележку тебе взяли, думали, ты этот не возьмешь себе. Все, пойдемте. Короче, мы с Кариной тебе дарим на день рождения. Садись. Подарок не упало, да? Да. Вот, давай. И все записываете. Конечно. Ну, мы жизнь. Снимаем всю свою жизнь сейчас. Интересно, что здесь? Вот, сразу Лига тоже хочет снять, я бы покажу. Мама нам столько поснять на кресло. Сейчас будет слышать. На огороде свои ногти. Котику тоже интересно смотреть, что это там такое. Догадки уже есть? Ну, судя по вчерашнему, позавчерашнему разговору и судя та-дам! По... Мне уже нравится. Вот так! Яблочко. Что Андрей говорил, мама поймет, насколько это классно? Конечно. Мы его сами открыли, проверили просто и все. Ну, правильно, конечно. Розовенький. Ребята, вы видите меня без кепки. Это очень серьезно. Отнеситесь к этому, пожалуйста, максимально ответственно. В общем, мы пришли в заведение. А вот мы пришли праздновать день рождения мамы. Вот Карина теперь хочет с вами поговорить, но ненадолго. Наконец-то. Я просто перед тем, как с вами встретиться, я говорила, как сильно переживаю. Здесь камера сюда смотрит. Вот. Все, встретилась с мамой. Мамочка очень хорошая. Я очень рада, что я с ней познакомилась. Все хорошо. Сейчас будем отмечать мамин день рождения. Мы тут себе нас заказали
Мама сейчас будет пробовать медальоны. А я себе... Ну, Карина себе водочки взяла, конечно. Да, Карин? Водочки. Ать! Ась! И понеслось для аппетита, да? Нет. Ты моя... Ать! Ты все-таки не просто даже день рождения, это еще наше с вами знакомство. Я очень рада, что я познакомилась с вами, я очень ждала встречи, потому что я уже на протяжении вот сколько с Андреем встречались, я уже задумывалась, хотела с вами познакомиться. Поздравляю вас с днем рождения. В первую очередь хочу сказать спасибо огромное за сына. Пускай мы иногда с ним ссоримся, но я его правда очень сильно люблю. У нас все хорошо с ним, да, Андрюша? Да. Так что за нас не переживайте, все у нас хорошо. Вам я желаю только крепкого, самого крепкого здоровья. Очень добрая, милая, и я правда желаю вам всего только самого хорошего, чтобы вы